До конца года связь и интернет в России могут подорожать на 15%. Интернет-провайдеры и сотовые операторы начали повышать цены на домашний интернет и телевидение. Так, с сегодняшнего дня компания «Вымпелком» повысит стоимость ряда архивных тарифов домашнего интернета и телевидения на 50 рублей в месяц. Другие операторы связи также уже повысили цену. Эксперты связывают подорожание с пандемией. С введенным режимом самоизоляции, переходом образовательных учреждений на удаленный режим работы с учащимися, резко возрос трафик и потребление тяжелого контента. В настоящее время обоснованность повышения цен за домашний интернет и телевидение проверяют специалисты Федеральной антимонопольной службы.